Минске стартовал 9-й Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего. Реалии глобального мира». Первый день форума был посвящен празднованию 70-летия освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Участники мероприятия возложили венок и цветы к монументу на площади Победы. Затем в Доме офицеров гости ознакомились с экспозицией, посвященной тяжелым годам войны в Беларуси. Приняли участие во встрече с ветеранами-военными, которые рассказали о ходе военных действий на территории Беларуси. Участники форума также побывали в военно-историческом музее под открытым небом «Линия Сталина», где сохранены стрелковое оружие, военные сооружения, техника времен войны. И представилась возможность самим пострелять из оружия того времени, увидеть оборонительный рубеж и наблюдать за инсценированным боем между белорусскими солдатами и фашистскими оккупантами. Сегодня медиафорум продолжит работу на пленарном заседании и панельных сессиях. Эшан Шахпалаев, Зарнусаев, Наиль Бабаев, Азертач.